Я думаю, достаточно с нас всяких дежавю. Думаю, да, в самый раз будет. Так, мы снова ЗУС. Маленькие отвлечения. Куда же без них? Так, вроде все работает. Ну вот. Хотелось постримить час назад, но пока решились всяческие проблемы, прошел целый час. Главное, что проблемы решились. Так, я сказал сала. Странно. Ну, вроде бы включал. Так, это у нас новая сценка с игровыми салатами. Да, чат проверить надо. Надо, работает ли все правильно. Нет, чат что-то у меня не работает. Не, не хочет работать. А почему? Не может быть все сразу и хорошо. Может быть теперь? Нет, чат у меня, смотрю, совсем сдох. Ну ладно, чат не особо нужен. К черту его. Правильно. Не так уж это и важно. Ладно. Я сегодня хотел посмотреть три игры, но, к сожалению, Venture Kid, вот эта игра, мы сможем, эмбарго нам запрещает ее смотреть вплоть до 3 марта, поэтому единственное, что мы можем сделать, это немножко взглянуть на то, что это такое. Обычный, с любовью созданный 8-битный ретро-платформер в стиле экшен. Представляющий собой значительно больше, чем просто пиксель и чиптюн. Что такое чиптюн, я так и не понял. Ну ладно. 3 марта мы сможем ее увидеть. А пока мы идем смотреть вот это. Quest of Vidhurra. Awesome levels. Insane obstacles. Что-то там. Long jumps.
В общем, так как здесь пишут, это не hard platformer game, это very hard platformer game. На нее сейчас скидка, платформер полностью, хотя я пробовал, платформер, контроллер полностью не работает как надо, к сожалению. Но в целом все людям нравится. Сложная платформа с элементами головоломок, особенности игры, бегай, прыгай, много легких уровней, выбор арен для испытаний и так далее, и так далее, и так далее. В общем, надо смотреть. Надо смотреть. И никак иначе. Чем мы сейчас займемся? Вот, подхватил. Very good. Эники работает, а вот D-pad не работает. Может, здесь можно как-то controls отконтролить. Это, конечно, все хорошо, но здесь просто картинка, показывающая, как тут все управляется. Вот, я пока пробовал, распробовал, я дошел вот до какого-то press again to exit. Да. Мы вернемся в первый уровень. Тут нам повествует историю. Кстати, надо бы историю посмотреть все-таки. Он был счастливым мальчиком, ребенком, рос с дедушкой. Он очень любил своего дедушку. Он перенимал у него типа все скиллы, я так понял. И типа росли, старел, дед умер, мальчик остался один, ему стало грустно. Он нашел его старый дневник и начал его читать. Что-то там, наверное, типа потерял своих родителей, когда был очень юн. Пришли солдаты и всем ставили не пробалуй. Он арестовал, король арестовал его родителей. И вот парень решил их, короче, пойти и спасти. Он взял палку и отправился в бой. Нет, это была не палка, это была бандана.